Отрицательно. Особенно я очень довольна, что в этом году не будет торта. А будут крылышки? Ну, крылышки еще там жарят, еще как-то. Но все равно я против этих вещей. А тут сальмонеллоз и прочее, поэтому торт это правильно сделали. Я одобряю, что не будет торта. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, я думаю, что это очень хорошая идея, так как это какое-то разнообразие для всех людей, отличиться от своей работы, будней. Именно бесплатная еда? Нет, именно вот этот праздник, само мероприятие. Ну, кому это интересно, почему бы и нет. А как вы к ней относитесь? Нормально, нормально. Вы знаете, эта традиция давнишняя. И здесь вот на День города всегда в парке выкатывали там полевые кухни, варили кашу, кулеш варили, и на Хортице казаки варили кулеш. То есть я когда-то в этом деле участвовал, я отношусь к этому положительно. Ну, если это нуждающимся, то это хорошо. А если это просто народ так валит, лишь бы покушать чего-то, отпробовать, то отрицательно. Лично. Так и надо так везде сейчас это делают. Ну, нищие ходят много у нас. Так что поэтому я считаю, что будет правильно. Вы знаете, я, если честно, просто ни разу не видел, но говорят, там такое вот за тортом творится, что поэтому отрицательно. Ну, конечно, неплохо, потому что сейчас времена очень трудные. Например, ну, мои соседки малоимущие. Я ничего не хочу. Ну, конечно, ничего плохого в этом не вижу. Благотворительность – это прекрасно. Интересует ли это меня? Ну, конечно, нет. Честно говоря, не очень положительно, потому что традиция, в принципе, хорошая, но организация плохая. И с раздачи еды у нас каждый год делают просто народные бои. Мне кажется, что нужно это доработать. Ну, замечательная традиция. Мне кажется, все люди, которым нам не хватает на еду, то есть могут прийти покушать его. Нормально относимся. Мы ходили пару раз, на ярмарку были. Честно говоря, я туда никогда не пытаюсь попасть, именно попробовать бесплатный торт и все такое, потому что считаю, что это такое зрелище не очень, не из приятных, в принципе. Наверное, можно как-то придумать, если угостить наших людей или пенсионеров, или кого-то еще, то, наверное, как-то по-другому. Может быть, не в такой толпе, не, знаете, как за куском последним хлеба или что-то в этом роде.